Во время майских праздников все мы любим выбираться на природу, поближе к озерам, чтобы посидеть на пикнике с друзьями. Собственно, поэтому рейд Госатомтехнадзора и сотрудников администрации начался с осмотра территории рядом с городскими озерами. Правда, вместо отходов человеческой жизнедеятельности члены делегации обнаружили спиленные, но не вывезенные сухие деревья. Пожароопасная обстановка нам тут создают под носом у нас, понимаешь ли. Негодяи. Наташа сняла? Вот. Отлично. Далее делегация поехала смотреть сквер Святого Константина, где до сих пор не восстановлено благоустройство. Слава Марьевна, вы нам тогда письмо напишите, чтобы благоустройство не восстановлено, с приложением, если было гарантийное письмо, которое завершилось. Хорошо? Угу, я поняла. Также жители города пожаловали сотрудникам администрации Госатомтехнадзора на отсутствие песка на детских площадках. Этот вопрос пообещали решить в ближайшее время. Временная подсыпка песка – это ваш вопрос, является правонарушением отсутствия достаточного покрытия на площадке. Поэтому проверьте, посмотрите. Никак не восстановят благоустройство и во дворах на улице Святого Константина. В предыдущие сроки уложиться не удалось, и теперь есть вероятность получить еще одно предписание от Госатомтехнадзора. У вас гарантийное письмо 28 числа еще завершилось. Угу. Когда приступите? Ну вот сейчас планируем кабель положить, ордер, сейчас сделаем. Опять же по этому месту? Вот здесь? Нет, это на бульваре кабель поврежден. И сразу же начинаем здесь. Это кабель поврежден, который они повредили. На освещение имеется трубы. То есть сейчас по гарантийной посылке. Асфальт уже заказали. Ну, хотя бы уж подготовку на детскую кладке асфальта. Нельзя же просто в грунт уложить. Проверили в ходе рейда и теплотрассу за городским бульваром. К сожалению, здесь периодически все еще можно найти выброшенный мусор и покосившиеся плиты. На место поставьте. Итоги рейда подвел заместитель начальника территориального отдела номер 13 Госатомтехнадзора Московской области Сергей Карасев. В соответствии с распоряжением начальником главного управления Госатомтехнадзора Ильича Татьяны Семеновны на территории городского электрогорска осуществляющих надзорные мероприятия сотрудник территориального отдела номер 13 Госатомтехнадзора Московской области. В ходе совместного объезда с представителями администрации, управляющих компаний, эксплуатирующих организаций было проверено состояние территории города Электрогорск. Значит, было осмотрено место невосстановления благоустройства после завершения земляных работ, там, где истекли сроки гарантийных писем, также состояние сквера Святого Константина, состояние тепловых трасс, состояние прилегающей территории. В ходе осмотра было установлено, что осуществляется окос травы, но возник ряд вопросов к подрядной организации, которая не восстановила благоустройство в районе улицы Ухтомского и сквера Святого Константина. По данному факту, значит, будут приняты меры административного воздействия. На носу День города и следующая неделя в подготовке к этому празднику будет знаковой. Наверняка все ответственные службы постараются выполнить свою работу так, чтобы она не вызывала вопросов у сотрудников Госатомтехнадзора.